Цена на нефть должна продержаться как минимум квартал. Только после этого у правительства возникнет необходимость в корректировке бюджета. В трехлетний бюджет Республики Казахстан заложена цена на нефть на уровне $40 за баррель при курсе 300 тенге за доллар. Ранее сообщалось, что из-за скачков курса бюджет пересматриваться не будет. Наибольшее влияние на формирование бюджета имеет цена на нефть. При этом Карим Масимов на совещании в правительстве 8 декабря дал задание Министерству финансов и Министерству национальной экономики подготовить план в случае снижения цены на нефть до 30 и до $20 за баррель. Между тем, правительство Казахстана одобрило приватизацию 65 крупных компаний в металлургической, нефтегазовой, телекоммуникационной, железнодорожной и авиационной отраслях на 2016-2020 годы. 7 компаний с госучастием проведут IPO, среди них Казцинк, нефтегазовый Казмунайгаз, Казпочта, Эйр Астана, национальная железнодорожная компания «Казахстан Теміржолы». Тем временем темпы роста будут оставаться на значительно более низком уровне, чем в первое десятилетие века, в то время как слабый внутренний спрос, как представляется, будет ограничивать рост промышленности и сферы услуг. Казахстанские предприятия получили убыток в размере 2 триллионов тенге. Наибольший упадок показал транспорт, складирование, профессиональная и техническая деятельность. В то же время в ряде сфер экономики была зафиксирована прибыль. Это горнодобывающая промышленность, связь и строительство. Отрицательная прибыль предприятий показала 16%. В 2014 году она была положительной – 25,6%. Продажи авто в Казахстане сократились на 43%. Лидером рынка остается «Лада». На долю импортеров пришлось 81% от общей суммы в 1,5 миллиарда долларов. Из общего объема продаж на долю импортеров пришлось 82,4%. Официальными дилерами было реализовано более 16 тысяч автомобилей казахстанского производства, что почти на 46% ниже результата 2014 года. Наименьший спад продаж в этом сегменте приходится на долю премиум автомобилей. Товарооборот между Казахстаном и Россией сократился почти на 4,5 миллиарда долларов. Однако данное снижение оказалось не самым большим в ЕАЭС. Наиболее заметное падение зафиксировано в торговле Казахстана и Беларуси – с 736 миллионов до 512. Также отрицательная динамика наблюдалась у Казахстана и Кыргызстана – почти 29%. В целом, взаимная торговля стран ЕАЭС достигла 38 миллиардов долларов, что меньше показателей 2014 года на 26,5%. Новое жилье в Казахстане подорожало почти на 16%. Средняя цена за квадратный метр по республике составила 257 600 тенге. В сфере перепродажи неблагоустроенного жилья цены за прошлый год повысились на 9,8%, благоустроенного – более 9%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 3,5%. В 2016 году из-за падения платежеспособности казахстанцев тенговые цены на рынке недвижимости могут сократиться на 15-20%. Экономика России постепенно стабилизируется и выйдет на подъем, заявил накануне Владимир Путин. Он рассказал, что принят целый ряд мер, в частности, программа по импортозамещению и вложения в высокие технологии. В России сейчас наблюдается падение ВВП на 3,8%, промпроизводство на 3,3%. Инфляция выросла до 12,7%. И, по его словам, у правительства существует 2 резервных фонда примерно по 70 и 80 миллиардов долларов каждый. Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас нефтегазовый дефицит, он вырос. У нас сейчас наблюдается падение ВВП на 3,8%, промышленного производства на 3,3%. И выросла инфляция на 12 до 12,7%. Но при этом у нас сохраняется положительный баланс торговли. И у нас впервые за многие годы значительно вырос объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. И это точно совершенно позитивный процесс внутри экономики. Кыргызстан намерен импортировать более 7 тысяч товаров страны Евросоюза без пошлин. В настоящее время экспортеры уплачивают таможенную пошлину в размере 14,6% по некоторым видам фруктов и овощей и до 5-9% на предметы одежды. Для предпринимателей Кыргызстана открываются рынки 28 стран Евросоюза, а также Турции. К 180-миллионному ЕАЭС добавляются 500 миллионов европейцев, которые также имеют более высокую покупательную способность. Экспорт алаской фасоли туркам и иссык-кульского войлока англичанам станет беспошлинным, а равно будет иметь конкурентоспособные цены на этих рынках. Кроме этого, доступ Кыргызстана на европейские рынки может повысить интерес у казахстанских и российских бизнесменов для инвестиций в республику.
Литовцы построят в Беларуси котельную на биотопливе за 6 миллионов евро. Намечается оборудовать два котла на биотопливе мощностью по 5 мегаватт и один мощностью в 2 мегаватта, а также два котла на газе мощностью в 3 мегаватта каждый. Финансирование осуществляется по линии Всемирного банка в рамках реализации его энергосберегающих и экологических программ в Беларуси. В 2013 году Всемирный банк выделил на эти цели кредит в размере 90 миллионов долларов. Одна из крупнейших энергетических компаний в Литве развивает деятельность в Польше, Франции, Украине и Беларуси. Украина отказалась покупать российский газ по предложенной цене в 212 долларов за 1000 кубометров. Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк. «Мы не покупаем газ в России, потому что мы покупаем газ в Европейском Союзе дешевле, чем нам предложила Россия. Средняя стоимость приобретения газа в Евросоюзе – около 200 долларов США», – заявил премьер. Владимир Путин не замедлил с ответом на заявление украинских властей. «Нельзя требовать от Москвы то, что должен сделать Киев. Ну, например, самым главным во всем процессе урегулирования ключевым вопросом является вопрос политического характера, в центре конституционной реформы. Это 11-й пункт Минских соглашений. Там прямо записано, что должна быть проведена конституционная реформа. Причем не в Москве же должны быть приняты эти решения. Иран заявил о желании экспортировать газ в Европу. Приоритетом для экспорта являются страны региона. При этом Китай и Индия могут стать желанным пунктом назначения иранского газа. Иран обладает большими запасами газа, большими, чем Россия, поэтому его страна тоже может построить газопровод для поставки газа в Европу. О своей готовности Иран говорил еще в августе 2015 года. Добыча нефти в США вновь растет, несмотря на рекордно низкие цены. Такой эффект может быть вызван снятием эмбарго на экспорт нефти из США, который действовал 40 лет. Несмотря на это, аналитики в 2016 году прогнозируют дальнейшее снижение добычи из-за сохранения низких нефтяных цен, а также в связи с возможным снятием эмбарго на экспорт нефти из Ирана. В этом году инвестиции мировых компаний в геологоразведку добычу упадут на 20-25%. Курс доллара в Токио упал до самого низкого уровня с августа под влиянием проблем в Китае. За него давали менее 117 иен. Резкое укрепление иены оказывает крайне негативное воздействие на местный фондовый рынок. С начала года курсы акций в Токио непрерывно падали 5 рабочих дней подряд. Это стало худшим стартом фондовых торгов в стране с 1997 года. В понедельник токийская фондовая биржа не работает из-за национального праздника. Укрепление иены наносит также удар по попыткам японского правительства активизировать экономику и добиться ее стабильного роста. Экономика Дании может показать самый высокий показатель роста за 10 лет. Один из самых положительных моментов в экономике Дании – это стабильное увеличение частного потребления. В прошлом году объем увеличился на 2,5%. Есть причины полагать, что также рост внутреннего потребления будет зафиксирован в 2016 году. Например, увеличение размера реальных заработных плат. В экономике создаются новые рабочие места, цены на жилую недвижимость растут. Если текущая положительная динамика экономики Европы сохранится на следующий год, то экономика Дании, возможно, будет расти в темпе 2%. Китай вложит более 11 миллиардов долларов в строительство и реконструкцию аэропорта в 2016 году. В текущем году будут запущены 11 ключевых инфраструктурных проектов и 52 программы по реконструкции или расширению объектов гражданской авиации. Всего в следующие 5 лет Китай планирует построить 66 новых гражданских аэропортов. Таким образом, их число в материковом Китае увеличится с 206 до 272.